Ух ты ж, блядь. Энгри же. Ну вы видите, сколько тут настроек. Xbox. Тут даже можно с геймпада играть. Ну пусть будет русский, хорошо. Полный конец. Не понял. Сохранить. Конец. Чего? Растягивать? Кого? В смысле? Кого растягивать? Куда нажимать-то? Как игру начать, ёб твою мать? Ну? Чё-то хрень какая-то. Я себя не понимаю. Тут очень странные настройки. Что это вообще такое? Кто игру переводил? Бред какой-то, блин. Ладно. Ну я вроде разобрался, сейчас только игру погромче сделаю. Хотя вроде тише не делал, а звука нет. Тости! Вайджастер, спасибо. Ну погнали. Так сразу? Возобновить. Нажмите кнопку взаимодействия для использования объектов. Клавиша по умолчанию Е, но ты можешь изменить элементы управления в меню паузы в настройках элементов управления. Логично. Если ты застрял или не знаешь, что тебе делать, используй подсказки, которые могут быть найдены в меню паузы. Хесус, Хесус, ПСС, меньше чем 3, меньше чем 3, меньше чем 3, где вы, ДБЛ, это, шучу, ты крутой, успехов тебе. Лонерган, спасибо тебе большое. Подсказки появляются автоматически, если ты остаешься в какой-либо зоне более 6 минут. Так, ну я доктор наук. Так что думаю, больше минуты в одной зоне я находиться не буду. Ну шо... Стоп, так тут головоломки, что ли, какие-то? Не надо так. Я просто хочу... Понятно. Просто хочу поиграть в хоррор, не напрягая себе мозги. А, то есть это еще и не игра даже, ладно. Ну, новая игра. А, загрузка? Бать, это так необычно. Так странно. Куроска, спасибо. Ходит так, как будто он в каких-то валенках. Пум. 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 Алло. Приветствую тебя в подвале бога. Реально. Вместе для особенных. Я понимаю, что в данный момент ты можешь быть... Я удивлен, охуеть, как удивлен. Возможно, что-то из твоего прошлого ускользает в твоей памяти. Но скоро эти воспоминания вернутся. Тебя также может интересовать, кто еще живет в подвале бога. Да я там один, вроде. Я понимаю, все это может казаться тебе подозрительным. Вообще пиздец. Очень даже. Жиза. Когда ты будешь готов, выйди из комнаты. И иди до тех пор, пока не найдешь как комнату с голубым светом. О, там у меня тут есть подвал такой. Я дам тебе инструкции. Тебе также стоит постараться игнорировать все странные необычные звуки. Я вновь свяжусь с тобой, когда ты доберешься до назначенного места. Good luck. Ладно, я пойду. Игнорируем звуки, ребят. Просто идем. Как и сказали, вперед. Ой, это я. Фрэнк Янг. А, нет, вот я. Ю. Ну и чего? Так, идем и тупо игнорируем. Ладно. Да, это ты.
Ну я пришел. Тосты! Я же пришел туда, куда нужно мне было прийти. Сори, я не такой бахатый. Это последнее. Ну ты что, сдаешься, да? Спасибо тебе за 64 рубля. Подушка-обнимашка 50 рублей. В смысле, валерьянка, не понял сейчас. Тосты! Да ёптать! О, маршмеллоу! Спасибо. Хейся, а у вас был нереальный кекс с Валерой Альбертовичем. Хес, ты КС, ты очень симпатичная стримерша. Спасибо. Да либо ты скажешь название игры, либо дашь мудерку Вики Картер Дансгами. Игра называется... Блять, она так и называется, кстати. Подвал Бога. God's Basement. Прикиньте, да? Ничего не понимаю. Я хоть и доктор наук, но... Ну, начинаю слышать какие-то звуки. О, это шо, кроль? Ля, какой ослик. Это ему грустно. А чё тебе грустно? Расскажи нам, в чем твоя проблема? Тупо осёл грустит. Да это не крол, это ослик. Это ослик по имени Кролл. Ему что-то хуёво совсем. Я не знаю, блин. Это обиженный Олд из чата. Да сука! Что за приколы, блин? Надо какую-то загадку, да, что-то сделать надо. Куда-то ткнуть, нажать. Ой, слушай. Попробуем обратно вернуть. Ну да. Блин, 6 минут что ли не прошло? Где подсказки? Все, я хочу подсказку. Где подсказка? Я нахожусь в этой локации уже больше 6 минут. Но мне до сих пор ничего не подсказали. Кролл, ну помоги. Да шо, блядь, сука. Ладно, давайте выключим. Ага, вырубить-то уже не получается. Тю, ёп. В меню паузы чекай. Да тут пусто. Меня обманули, блин. Сейчас все зрители уснут под такую мелодию. Да и шо дальше? До, ре, ми, фа, соль. И шо? Мне от этого не легче, блин, играть. Все равно не идет дальше. Ой, какие вы умные, ребят, серьезно? Оказывается, это ноты. Алло, осел. Хули сел? Давай, помоги. А вот, кстати. Куроска, спасибо, что не забываешь про меня. Блядь. Нет, он не открывает. Да шо? Какая хуйня, господи мой. Боже. Серьезно? 30 секунд.
ждем. Я просто вообще даже не могу предположить, что я должен сделать. Ждем. Что тут? Член появится? Не надо. В нажми. Ну и чё? Нажимал вообще-то. Сейчас так. Оба, там. Ты пидор. Ну, давай. Включи телевизор и прочти документы на столе. Это мы сделали. Затем вернись в коридор и стой рядом со знаком, пока не появится кровь. Вернись обратно. Тут тупо прохождение все, короче. Вернись обратно и смотри на телевизор. Че за хуйня, блядь? Хорошего стрима, а я пойду. Ой, мать. Мне что-то очень херово, библия. Тунт, наверное, вызову. То чувство, ой, когда приходится слушаю, просто слушать стрим из-за меньше, того, что на прячешь раз. Телефон в кармане. Выборгский район, да-да. Ага, Ева, серьезно? Кот в коробке, спасибо. Ну, спокойной ночи тебе, Шу. Спасибо вам за донат, ребят. Ладно, давайте попробуем. Идем сюда. А куда надо встать-то? Подождите. В коридор и стой рядом со знаком. Каким, блядь, знаком-то? Вот это ж? Какой знак? Какой знак? Опа. Кровь появилась. Осел! Ребят, осел ушел. А он подвинулся. Я тебя вижу, э. Куда ты? Он уходит. Тупо уполз. Ну, как знаете, пёс, когда у него задница чешется, они попой чешут ее об ковер. Он, видимо, тоже он прочесал. Он какое расстояние. Вернись в коридор. Так, стоя рядом. Так, обрати... Вернись обратно и смотри на телевизор. Осел. Да вернись! Что-то обижал. Он обиделся. Ну, бля, он обиделся. Ну, типичная, знаете, баба, которой айфон не подарили. Ну ладно тебе, ну. Да и пошла нахуй. Шу. Опа. Ну что, басил, за мной не пошел. Вдруг он меня будет преследовать теперь. Я не скажу, что игра страшная. Ну, типа, ослик довольно милый был. Ну, а вот это сейчас что было? Кто-то упал. Вот прям в этой комнате, вот прям здесь. А ебать, 300 секунд, вы че, серьезно? О-о-о. Так, стоп. А как драться-то? Ясно, драться мы не можем. Блин, мне теперь интересно, вот. Я бы уже закончил эту игру, но осел? Мне интересно, он появится еще раз? Если в подвале бога ты новичок, доверься оператору, он проведет тебя. Ладно. Оператор. Хуя себе подвал. Ключ. А, нет. Да блин, этот эмбиент по ушам бьет. Да ладно, серьезно, что ли? Сука, я так и знал, что звонить будет. Ши! Вижу, ты нашел голубую комнату. Надеюсь, это было не слишком сложно. Да, еще легко. Кстати, забыл представиться. Пока что ты можешь назвать меня просто оператором. Имя, конечно, неофициальное, но запоминается легко. Ты неплохо продвинулся. Сейчас у нас некоторые проблемы со светом, так что тебе понадобится фонарик. Я как раз об этом сейчас и подумал. Ты найдешь его в соседней комнате на столе рядом с радио. Потом он тебе пригодится.
Возможно, ты это не, этого не ждал, но факт состоит в том, что существует немало версий загробной жизни. Подвал Бога — одна из таких версий. Серьезно? Благодарю тебя за доверие и ценю то, что ты сотрудничаешь. Повторю еще раз, если тебе попадется что-либо подозрительное или странное, изо всех сил старайся это игнорировать. Мы продолжим разговор в соседней комнате, когда ты возьмешь фонарик. Удачи. Good luck. Куроска, спасибо тебе большое. Ладно. Фонарик, говоришь? В соседней комнате фонарик. Кто-нибудь его видит? Кто-нибудь видит фонарик? Что-то мигает. А если я без фонарика пойду? А, ну тут нормально. Вот и фонарик ста. Ля! Это будет неприятно. The secrets? Но у меня нет секретов, мне нечего скрывать от вас. Дорогая мама, прости за то, что не отвечаю на твои звонки. Я понимаю, что вина лежит не на тебе, но смерть Кевина и папы очень на нас повлияла. Думаю, нам с Сарой потребуется какое-то время на то, чтобы погоревать и принять случившееся. Береги себя, твой сын Нил Янг. Бабыл там бы. Сука! Это было неприятно. Тосты! Спасибо тебе большое. За 50 рублей. Вижу, ты нашел фонарик. За этой дверью может быть довольно опасно. Ха-ха! Наверное, ты все еще плохо помнишь свою прошлую жизнь, но скоро воспоминания начнут возвращаться. А пока что выходи в коридор, я настоятельно советую тебе не смотреть по сторонам слишком долго. Если что-то попытается привлечь твое внимание, постарайся его проигнорировать. Реверсивная психология. Если кто-то или что-то попробует к тебе приблизиться, сделай все возможное, чтобы избежать контакта. Самое важное, не признавай ни в коем случае, не признавай его существование. Если ты будешь следовать за этим инструкциям, все будет хорошо. Что ты пугаешь, пацан? Дай мне пару минут, и я открою дверь. Когда экран покажет, что дверь открыта, ты можешь двигаться дальше. До скорой встречи, удачи. Бля, реально 2 минуты сидеть ждать? Ой, а тут... Тут свет мигает, это тоже что-то странное? Мне не надо обращать... Товарищ оператор, там свет погас. Вы говорили не обращать внимания, но это так... Так привлекает мое внимание, я не могу. Я хочу сходить посмотреть, что там будет в темной комнате теперь. Ладно, я подожду пару минут. Ага, спасибо. Пойдем. Ну вы видели, он на дедушку. Ты чё, блядь? Ой, блядь. Ты чё, сука? Ты чё, блядь? Ты паскуда пришёл? Странно, да? Алло. А? Ничего не было. Ничего. Мне это кажется, это все просто мои выдумки. Ничего не было, все хорошо. Просто идем вперед и игнорируем все странные вещи. Понятно. А, свет выключили. Давай, швырни меня своим радио, давай. Ладно. Просто идем вперед. Угу. Не понял.
тут как бы закрыто, больше некуда. Ладно, может быть, там та дверь открылась теперь. Скорее всего, так и есть, да? О, дядь Стас, здрасте. Твоя семья не посуха, лопы, тупо по моим ушам. Я тупо столбами сижу и на них грожу. А потом отберу, началось свой ряд. Почти сую им помощью, я тупо отдыхаю. Там кто-то? А, в игре орал кто-то? Вы слышали? Там кто-то гудел! Там мычал кто-то, я вам честно говорю, пока был донат. Но стоило ему закончиться, как звуки сразу пропали. Вы чё за нахуй? Вы слышали? Как так, блядь? Это не может быть таким совпадением же. Вот отсюда кто-то мычал. Блять! Да иди ты нахуй! Без рофлов рыли! Бля, реально, сука, страшно. Не надо. Я вот стоял здесь. Вот. Вот. Нахуй! Ура, меньше, чем три. Я когда смотрю на нее, сразу что-то происходит. Че, надо туда? Что-то я не понял, почему мне говорили, что этот хоррор не очень? Мне вот как-то не, ну, напряженно. Ну. Я сверну игру за донат, спасибо скажу. Аниким, 1200 рублей. Лолкек Чебурек, 500 рублей. Вика Картер, тупая хуйня. У меня плохо со слухом, пусть повторит. Понял, да? Бать, спасибо тебе. Катгошина и Наташа Травкина. Спасибо вам за переподписки. Ну так, ёпта. Ладно, давайте. Да шо, блядь, 120? Ладно, ждем 120 секунд. Это 2 минуты. Всего лишь 2 минуты. Не, ну я так понимаю, надо на картинку смотреть. Смотреть. Долго. Долго смотреть. Очень долго. Еще дольше. А! Мой первый донат на Твиче. Хесус смешной. Лама Гомосек гей. Спасибо тебе за 50 рублей. Ну ты чё, едить твою мать? Тосты! Да не страшно уже. Спасибо. Курроска. Что за гн? Что это означает? Я так понимаю, никто... Сама ты тупая. Сука. Ну? 22 секунды. Фу. Еще немножко. Там чуть-чуть осталось.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Попробуй дверь напротив комнаты. После отключения света увеличь изображение на пачке фотографий на столе. Загляни в приоткрытую дверь, прогуляйся по зоне, пока не найдешь открытую комнату. Войди в нее и послушай сообщение. Приоткрытая дверь? Чё, блядь? Ого. Тупо волк, нахуй. Ну, сука, ну тут нет приоткрытой двери. Да, ребят, помогите, все, не смешно уже. Да, было смешно, но сейчас уже не смешно. Ну, вот даже я могу сказать, что уже не смешно. Какая, блядь, еще приоткрытая дверь, если тут нет дверей? Попробуй дверь напротив комнаты. После отключения света увеличь изображение. Ну! Загляни в приоткрытую дверь. Осмотри лучше стенки на предмет дверей. Блядь, ты реально думаешь, что я мог пропустить дверь? Вика Картер, тупая пизда. Оформляет прайм-подписку. Весело. Там тетка на фото. Да ладно! Вау! Че, блядь, игра зависла, что ли? Вот это, что ли, приоткрытая дверь? Загляни в приоткрытую дверь. Ну вот, заглянул. Ну, классно. И чё? Пока не найдешь открытую дверь. Пиздец. Ладно. Харур, это прекрасный байт, старичок. Пиздец, она тут была. И никто не видел, никто. Ни зрители, ни стример. Так, ребят, там была девушка. Ебать. Да ну хватит! Пи-пи-пи-пи. Ты что, меня передразниваешь, что ли? Я же зубами стукнулся. А это я после работы. Ага. Чё-то она смешная. Блин, я думал, ты надо мной смеешься. Уже обрадовался. О! Ай-ум-ум-ум-ум-ум-ум. Здоровьечко тебе, дедуля. Вы специально это делаете, а? Ариз... Бнз... В новостях передавали, что автокатастрофа привела к гибели деда. Минус дед. Власти сообщали, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Выжила только бабушка младенца, она получила серьезные травмы. Однако сейчас ее состояние стабильно. Для деда жалко. Полиция сообщала, что дед был за рулем, и алкоголь, возможно, стал причиной аварии. Что, прям дед, что ли, его так и звали? По новостям такое не говорят. Дед. Итак, срочные новости, умер дед. Так, это все? Войди в нее и послушай. Блять, а дальше уже не говорится ничего. Произошел теракт. Умерло несколько человек. И один дед. Ладно, сори. Да иди ты, Руслан! Монстр, который не пугает. Вот это действительно страшно. Это резкие звуки. Спасибо. И с днем рождения тебе еще раз. Вот. Желаю тебе прям успеха по жизни. Стать такой же успешной и смешной, как Хесус. Ну и самое главное. Вот это прям, чтобы 100% исполнилось. Так, тут уже ясно. Понятно. Шо? Ой, мне звонит кто-то. Алло?
Где-то здесь. А! Оп. Тас! Сука! Все, я победил. А! Шу! Да ладно, ну! Чё? Да говори уже, блядь! Кое? Кого? Слушай, я не смогу тебе помочь, если ты просто не скажешь мне, в чем проблема. Да шо? А? Ох! Ты смеешься над моими шутками, что ли? Ладно, спасибо. Смешно, да? Она хихикает, сука. И, блядь. Смешно, да, тварь, да? Да что такое-то, я не понимаю? Хихи, блядь, и хихи, сука, ну и чё? Это все, что ли? Это все, что ты хотела мне сказать? Хихи, блядь. О! Они никогда не отвечали на мои письма и звонки. Я ждала вечность ради того, чтобы услышать звук их голоса. Звук их голоса? Ля, сейчас что-то будет. Ой, блядь. Видимо, в этой комнате нам надо еще что-то найти. Ключ? Она, видимо, успокоилась и сейчас объяснит, в чем проблема. Окей, теперь я точно понимаю, в чем твоя беда. Определенно с этого и стоило начинать сразу. Да, да. Да, да, да. Ну-ка, повтори. А, ну да. А, ну давай. Ага. Ага. Да? Серьезно? Так и сказал? Козел. Вот козел, вот козел. Да пошли вон нахер. Ну, да все мужики такие. Да чтоб он сдох. Алло. Алло. Не понял. Смерть, не надо. Мне интересно, а вот, ну-ка. Да ладно. Что-то здесь не то, да? Смотри, смотри, смотри. А я не буду отвечать. А я не буду. Вот и не буду. Нет, не буду. Не возьму я трубку. Я знаю, что ты мне будешь снова говорить. Зачем? Я и так это уже слышал. Надеюсь, ты не обидишься? А то ты и так была расстроена. Все нормально? Мы друзья? Медуза? Медуза, мы друзья? Да? А? А? Шо? А? Алло. А? Ха-ха. Вот как, видали, да? О, это что за... А. Ето загрузка. Я только пришел, а он уже извиняется. Ну как перед тобой не извиниться, блин? Ты же олд!
Рад, что ты благополучно справился с этим заданием. То, что ты видел, могло подстегнуть твою память, хотя все это произошло еще до твоего рождения. А у твоих родителей был сын по имени Кевин, твои бабушки и дедушка присматривали за ним, когда произошел несчастный случай. Потеряв единственного сына, твои родители решили отдалиться от бабушки. Она всячески старалась заслужить их прощения, но их горе было слишком большим. На долгое время они прекратили с ней все контакты. Ой, я не понимаю. Через несколько лет родился ты. Вероятно, из опасения того, что инцидент мог произойти вновь, они сохраняли дистанцию с твоей бабушкой, и теперь... Не хочу надоедать тебе всеми этими деталями. Есть кое-что, что ты должен сделать. А теперь что? И теперь, чтобы освободить большее количество воспоминаний, ты должен углубиться в подвал Бога. Для этого ты должен достать пропуск, который позволит тебе открыть дверь справа. К счастью, пропуск найдется вниз по коридору, находящийся слева от тебя. Иди вниз по коридору. Освещенный красным светом, пропуск должен быть в кладовке. Когда ты найдешь пропуск, возвращайся сюда и проведи по панели рядом с дверью, понимаю. Все это кажется тебе подозрительным, но поверь мне, ты найдешь ответы на все вопросы. Как только ты узнаешь все о своем прошлом, я расскажу тебе, чем на самом деле является подвал Бога. Но до этого тебе предстоит пройти долгий путь. Продолжай следовать моим инструкциям и последнее. Oh, good luck. Ладно, я пойду. Звучит все довольно просто. А вот... Еба. Об этом ты меня не предупреждал. О, ладно. Я попробую. Нихуя себе посуха лопит. Тупо по моим ушам. Я тупо с ногами сижу. И на них я гляжу. А потом я беру пожилой свой ряхлый пальчик. Аниким, здравствуйте. Еще раз. Спасибо тебе за еще 1000 рублей. Ой, ебать, уже 4200. Хесус, давай спать. Че, правда, вы их вот так вот хотите, чтобы я просто взял и... закончил? Вам не интересно? Я могу. В принципе, я могу. Просто все отключить и пойти, как бы... Ну, мне как-то вот прям даже интересно стало поиграть в эту игру. Я не знаю, она меня прям... прям держит. Пойдемте прогуляемся, может быть, тут будет подсказка. Ага. Я шла на встречу сына и его семьи. Они выглядели такими счастливыми, так, но чем дольше я шла, тем меньше они становились. Ха, все, удаляйся от меня. Я попробовала прибавить шаг, но расстояние между нами стало увеличиваться еще быстрее. Пока, наконец, они не исчезли. Я не видела их со времен аварии. Иногда сын шлет мне письма. При этом он никогда не отвечает на мои звонки. Уже несколько лет я не слышала его голоса. Недавно у них появился еще один ребенок. Очаровательный мальчик. Я отчаянно хочу увидеть его. Сын писал мне о том, что с нетерпением ждет возможности нас познакомить. Пиздец. Я думал, тут подсказка будет. Ну и что мне делать?
Не, ну я как бы все понимаю. О, там кто-то стоит. Смотрите, стоит. Алло. Ага, я вижу тебя. Кто я там? Я причем знаю, кто это все делает. Спасибо тебе за прайм подписку. А вот это что за комната? Я не понимаю, блин, тут какой-то порядок должен быть определенный. В каком-то порядке, а в каком? Ничего не понимаю. Подскажите ему уже, а? Попробуй медленно нажимать, может, надо порядок угадать. Серьезно? Ага. Видали? Ага. А. Опа! А, сюда! Блядь! Доброго утра, Чес. Как ты? Наверное, Чес. Устал. Тогда вот тебе. Для хорошего настроения. Да еб... Спасибо за донат. Да ебать! Так, как? Сука! Я забыл, в каком порядке это было. Сюда. Куда? Куда я забыл? Сюда. Потом, а... Куда? Забыл. Сюда? Потом... Не-не-не-не-нет-нет-нет-нет. Или да. Нет. Еху! Блять, она в стену ушла. Она наполовину в стене теперь стоит. Возможно, мы ее сейчас увидим. Торчащую из стены. Ну-ка. Да нету вроде. Дверь открылась, да? А, вот же. Вот же этот коридор. Слушай, она ушла. Ее нет. Ну, и слава богу. Тогда я пойду. Вот сюда вот. Тут будет ключ-карта. Надеюсь. Опять радио. Не, подожди, а где ключ-карта? Сигарета. Ну? А, вот! Отлично, мы нашли то, что искали. Что, нравится музыка? Ой, блядь. Ребят, по-моему, ей не нравится то, как вы танцуете. Прекратите. Мне на самом деле тоже не нравится. Тут такая ситуация напряженная, а вы, блин, танцуете.
О-о-о, сука. Все, ясно, короче, сейчас начнется. Игнорируем. Как нам и сказали, просто тупо. Пойдем. Пусть плакает. Это ее проблема, ее жизнь. Меня она не должна никак вообще трогать. Меня проблемы других женщин не волнуют. Фу, все, 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 все. Я все сказал. Мне моих проблем хватает. Отстань. Не навязывайся, мать. Не трогай меня. Все. Я пошел. Опа. Ага, ага, ага. Закрой дверь. Закрой. Молодец. Тут вообще двери нет. О! А, я думал, это ключ-карта синего цвета. Подожди, так это шу. Это тот осел или это кроль все-таки, сука? Ля, какой кроль, а? Пожилой, блядь. Так это не... Я ничего не понимаю. С этой стороны кроль. А если вот так стоять? Осел. Как так вообще? Видимо, в этом и прикол, да? В новостях передавали, что катастрофа, привела к гибели деда и младенца. Власти сообщали, что автомобиль съехал с дороги. Короче, видимо, я и есть этот младенец, или я тут дед. Выжила только бабка младенца. Она получила серьезные травмы, однако сейчас ее состояние стабильно. Полиция сообщала, что дед был за рулем, и алкоголь, возможно, стал причиной аварии. Ля, опять нажрался дед, сука, пьяная тварь. Привет. Шу. Ну чё? А чё, ну чё ты смотришь-то? Не надо. Ну не надо, ну ты меня смущаешь. Ну смотри. Да не смотри, блядь. Хочешь, кроля подарю? Смотри как. Ля какой. Ля какой. Ля какой. Нет, она продолжает стоять. А? Что-то ее жмыхать начало. Мать, ты чё? Мать, ты что, ты тоже что ли пьяная, блядь? Из этого ящика доносится крик, плач ребенка. Я пошел. Я же могу, да? А, блядь. Оно шевелится, сука. Га-га-га-га. Нахуй я подальше отойду. Да. Мать, это ты? Забери ребенка, он у тебя какой-то буйный. Сука. Было бы не так страшно, если бы в этой коробке была бомба. Но ребенок это совсем жопа. Ладно, я пойду. А дверь. Дверь закрой! Не закрывает. Да, не страшно. О. О, господи.
Как же хорошо, что не было донатов сейчас. Особенно крупных, там, ну, за 5000 рублей, там, за 10, да? А то бы я так испугался. А, ебать. Прошло немало времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз. К этому моменту у тебя должно было сложиться некоторое представление о том, какими были отношения между твоей бабушкой и родителями. После несчастного случая их отношения стали крайне напряженными. И учитывая контекст ситуации, понять это было несложно. Твои родители нуждались в пространстве, чтобы пережить свое горе. А твоя бабушка, страдавшая от чувства вины и одиночества, нуждалась в прощении и поддержке, которую не хотели дать ей твои родители. Все нуждаются, а я нет. Обещаю, мы скоро доберемся до твоей роли во всей этой истории, чтобы немного утолить твое любопытство. Я расскажу тебе один маленький факт о подвале Бога. Не надо. Подвал Бога — это место, созданное для размышления над своей прошлой жизнью. Это утверждение может показаться тебе слишком широким, но когда ты продолжишь свое путешествие, я расскажу тебе больше. Что же касается этой зоны, здесь, кажется, есть закрытая дверь с кнопочкой и панелью. Уверен, ты справишься, скоро увидимся. Good luck. А в этой игре можно, ну, как-то сохраниться, что ли? Просто, я так понимаю, тут умереть, в принципе, нельзя. Но не надо! Ну, зачем? Ну, чё ты? Ну, ладно. Не понял. Нет, ну, подожди. Записки собирать. Классно. А давай. А вот возьму и соберу. Тем более, что вроде как довольно легко. Ну давай. Сори, я просто дедушку пародирую. Страшно, понимаете, надо как-то отвлекаться. Вот и вспоминаю любимого. О, пароль, кстати, 0911. Ну, давай. Надо... вот еще. Да, блядь, что вы, серьезно, они перепутаны? О, 6 из 6. Так. А дальше-то что? Бред какой-то. Видимо, на столе надо сложить. Дорогой сын, с тех пор, как я получил твое письмо, прошло пара месяцев. Мне хотелось бы знать побольше о Джеймсе. Как поживает мой внук? Когда я смогу навестить его? В последнее время мне так одиноко. В последнем письме ты говорил о том, что позволишь мне увидеться с ним. Что будешь держать меня в курсе всех новостей, но думаю, ты очень занят, как на работе, так и дома. Пожалуйста, не уезжай, не сообщив мне об этом. Я умру от разрыва сердца, если не смогу увидеться с вами до отъезда. Здравствуйте, стул. Я думал, это займет намного больше времени. О-о-о-о! Кроль, хай, блять! Ты слышал это? Вы видите, он мне ухом показывает. Типа, куда иди? Вот там. Там? Да ты не обманываешь меня, кроль? Так, пидорас. Там закрыто, ты! И чё? Ты меня обманул? Слышь, блядь! Вот какой, блядь, и молчит. Я тебе больше не верю.
что мне теперь делать? Кроль наебав. Двери закрыты. Тут я уже все сделал. Ладно, извини, я не хотел тебя обидеть, да? Но ты мне скажи, куда идти. Да как так-то? Алло, кроль. Ну, алло. Пароль на бумажке. Так я пароль-то использовал, как бы, ну. Ты мой донат пропустил, жопка. Котенок, спасибо тебе за 50 рублей. Извини, что я тебя пропустил. Просто, видите ли, я тут немножечко занят. Может быть, обратно сюда? Король мне не говорил, но я попробую. Возможно. Не. Посмотри на пол за дверью, там записка. За дверью? Ну давай. Это вот здесь, да? Мы с тобой вроде все решили, да? Я извинился, извинился. Я извинился, извинился. Давай ты как бы это самое, как бы вот это вот не начинай, да? Я понимаю, что это было обидно, но не надо. Ну ладно тебе. Че? Че? Только не бей. Ебать. Откройте тут кровь сумасшедшая, откройте дверь. Помоги. Помоги, блядь. Помоги. Я тебе морковку дам пожевать. У меня много морковки. Все, я пошел. Давай, давай, пока. Пиздец, это кроль, что ли, гудел? Здрасте! Мама, это ты? Только не прыгай на меня. Фу. Какая послушная женщина, вот бы все такими были. Интересно. Не-не-не-не-не-не-не. Нам пора идти дальше. Не-не-не-не-не. Время много.
Соседи ругаться будут, вы шо, блядь? Нельзя громко музыку слушать. Ой, как много дверей, пойду сюда. Заперто. Да и проблемы там какие-то со светом. А я сейчас налево сразу пойду. Нет, ну по-любому надо было тупо прямо идти. Ну тупо прямо. А, сука. Че, да ладно, серьезно? Сюда? Эй, ну так нечестно, блядь. Тут вообще все двери закрыты. Ну, нет. Нет. Все, да? Тварь, да? Может, вернемся, ребят? Ага. Пиздец, блять. А, тут мило. Пиздец, серьезно. Ну что это за телевизор, а? Джеймс, надеюсь, ты в порядке. Кажется, тебе было больно. Эта комната относительно безопасна. Относительно! У меня для тебя и другие хорошие новости. Ты окунешься в воспоминания о своем раннем детстве. В основном, тебя растила бабушка. Большая часть твоих воспоминаний нашла выражение в виде дневниковых записей. Внимательно прочти их. Они выражают твои мысли и эмоции в то время. Вероятно, ты думал, что навсегда застрянешь в том плохом, освещенном, жутком офисе. А плохо, точнее, освещенном. Но интерьер сменился. Нередко подвал Бога принимает необычные формы. Чем больше ты вспомнишь о своем детстве, тем более жуткие вещи ты увидишь. Вау! Пойду вспоминать. А, шутка? Ага! Единственной причиной той шутки было мое желание напугать тебя. Это было забавно, наверное, стоит закруглиться с этим монологом, продолжая изучать свое прошлое и... Последний гадлак. Это было... А ты смешной, телевизор. Вырви нахуй. Ну, блядь, ну ты серьезно, мне тут... Жестокое преступление произошло в тихом пригороде в эти выходные. Две жертвы. Дед и сын. Ребенок, точнее. Были жестоко заколоты неизвестным. У погибшей пары остался новорожденный сын. Полиция не имеет зацепок по делу, однако сообщается, что преступник нанес каждой жертве более 30 ударов ножом, в результате чего тела были изувечены до неузнаваемости. Хуёво. Когда вы уже забудете про свои 28 ударов? 28 ударов ножом, ха-ха. А потом стример не смешной. Ладно, блин. Ну я бы как бы... Ну как бы это самое, да, ребят? Ну как бы я же вроде все прочитал и как... Не, я ничего не слышу, не. Блять. Как же, наверное, обидно тем, кто любит тебя и твои стримы, но с больным сердцем или эпилептик точка или каждый стрим, как последний.
О! Смотрите, лампа в телевизоре. А, что-то приближается. Я так и думал. Ты говно, я тебя по телеку видел. Ага. В последнее время бабушка ведет себя странно. Она стала многое забывать. Постоянно кладет не на место свои вещи. Например, ключи от машины или лекарства. На прошлой неделе был мой день рождения, но, видимо, она и об этом забыла. Скоро я пойду в среднюю школу, поэтому я немного нервничаю из-за ее здоровья. Надеюсь, скоро она поправится. Джеймс. Чё-то, походу, бабуля-то меня в итоге ёбнула. А? Тут везде одинаковые картинки. Вот только здесь другая. Это лебеди с головой... голубя. Странно. Рамки чернеют? Да не, ну не. Главное, чтобы рисунки не порезали. Дорогие, наверное. А, чайки? Ой, сори. Так это, как бы, это самое, ну как бы, может быть, это как бы, оно, ну, типа того? Чё? Чё делать-то? Молиться? Сомневаюсь. Мне кажется, это уже не поможет. Что же такое? Дайте-ка подумать. Тут явно что-то есть. Мы пропустили. Вот тут. Нет. Вот тут. Да нет. Помогите! Все, я не знаю. Ну-ка еще раз давай. Ага! Ага! Сука, паркур. Приглядись, в картинах есть фигуры и глаза. Не пиху я паркур. А скримера там не будет? Да нет там нихера. Реально! Вот! Видите? Вот они, глаза! Ебать, как страшно выглядит! О боже! Да ладно, ебал, нет, нифига. Глаза какие-то. Где? Да я не знаю. Я просто вас обманул, а? Может быть, там?
Может быть там? Может быть там? Может быть там? Может быть там? Может быть там? Да ну нахер. Ждем 60 секунд. Шо? О, бля. Сова. Ай. Я нажимаю на них, да? А нифига не происходит. Да ё-моё! Почитай журнальчик. Так если бы можно было... Смотри на картину, очень близко, там буквы мелкие. Да ты чё, прикалываешься, что ли? О! Реально, кстати! Да ладно, нет тут нихуя. Бу! Рили! Там и правда была какая-то буква. Сори, напугал, да? Там была буква М? Ну и... Причем мне что-то говорят, присмотрись. Да тут как бы... О, блядь! Ну, Риам, кого ты дел... Ты что делаешь, дурак? Напугал же, ну. Спасибо тебе, спасибо. Записку прочитать надо. Ну как бы, ну вы поняли, да? Как бы вот. О! О! Ага! Попался! Не. Мер. Фюри. Д. Мардер. Нет. Убийца кто? Я. Рили Мардер. В новостях сообщалось, что прошлые выходные в тихом пригороде было совершено жестокое преступление. Жертвами являются молодые супруги, недавно ставшие родителями. Они были жестоко заколоты во сне в собственной спальне. Полиция сообщает о том, что их тела были изуродованы до неузнаваемости. Кроме того, у пары остался их новорожденный сын. В данный момент подозреваемые или зацепки отсутствуют, однако полиция делает все возможное для поиска убийцы. Кого? Убийство. Так интересно прям. Что же будет дальше? Ага, Нориам, конечно, напугал. Энкачер. Да-да-да, я. С бабушкой происходит что-то действительно странное. Она сама на себя не похожа. Она очень
отдалилась, жизнь будто ушла из нее, она больше не болтает, как прежде. Стала очень тихой, будто постоянно о чем-то думает. К сожалению, ее память совершенно не улучшается, она постоянно забывает принимать лекарства, и мне приходится ей об этом напоминать. Классно. Бабка скоро сдохнет. Я и не пытаюсь испугать. У меня другая цель. Хидет. Ну да, да. Рассказывай мне тут. Спасибо тебе за донаты. А там шумит, кстати, за дверью кто-то. И, по-моему, даже кто-то стоит и шевелится. Да. Оно шевелится. Я вижу тебя. Кроль, это ты? Открой дверь! Я тебя не буду трогать. Кроль! И все, наконец-то получу значок 5000 битсов. Чего, блядь, 5000? Пять картин надо смотреть или чё? Когда-то игра кончится. Давайте я посмотрю, сколько она длится уже. Как бы у меня нет уже просто желания играть, потому что люди уходят. И будет обидно, когда я пройду игру, а никто даже концовку не увидит. Блин, я забыл, как она называется. Ладно, делаем вот так. Ну, хз, вроде как то, что я вижу по отзывам, у всех по-разному время отображается. Кто-то 2 часа играл, кто-то 3, кто-то вообще 6. Да. 1800 никто не увидит. Ну, бля, было 4000. Я понимаю, что уже 2 часа ночи. Немного обидно. Часа 2 максимум. Ну так мы и так в нее уже 2 часа играем. Сколько мне еще в нее играть? Затянута она немного. Да и порой непонятно, что делать. До конца давай. Да ё-моё! Подсказка! 120 секунд сидеть, пердеть. Картинки. Нет, тут они ни при чем. А, ё-моё, блядь. Все намного проще. Кролл! Блять! Кау! Ну типа это я стою. Ну вы поняли, да? Типа я есть убийца.
Фу. Вот это неожиданно, конечно. Ну, ё-моё. Ну иди давай. Ладно, обратно идем. Может быть, тут что-то открылось. Записка. Hello? Понятно. Долго надо стоять. Что думаете, вот прям надо стоять и стоять? Долго стоять. Ну блин, а как долго-то? Ладно, стоим. По-моему, она там что-то ручкой делает. В карман лезет. Видите, да? Движется. Прямо у двери? Ладно. О! Последнее время бабушка ведет себя странно. Я просыпаюсь по ночам от звука ее плача. Это бабуля что ли рыдала? Часто я вижу, как она бесцельно ходит взад и вперед. Взад. Обычно она даже не замечает меня, пока я что-нибудь не сделаю. Заметив мое присутствие, она смотрит на меня пустым взглядом, а затем уходит в свою спальню. Иногда я прижимаю ухо к ее двери и слышу искаженную версию классической песни, которую она обычно слушает. Так вот откуда это было. Такие случаи бывают нечасто, но они пугают меня. Это случается раз в несколько месяцев. Надеюсь, она поправится. Наивный пацан. День пропала. А я и не заметил прямо, ага. Ну пути! Не пугает. А, не надо. Опа. Добро пожаловать домой. О! Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Домой добро пожаловать. Ха. Опять этот рисуночек. Давайте поможем Хесу и все кинем на него хост. Зачем? Я почти прошел уже, надеюсь. О, это я проголодался или это в игре звуки? Ну куда столько дверей? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну какого хера тут лабиринты какие-то пошли? Это мне не нравится. Ой, блядь. Я начинаю свой первый год в старшей школе, и я нервничаю и радуюсь этому. Недавно моей бабушке поставили диагноз болезнь Паркинсона. Этот диагноз не вполне ей соответствует. В последние дни она похожа на живой труп. Все время слушает радио или смотрит телевизор. Блядь. Ясно, короче. Первый канал. Здесь говорят правду. Я пытаюсь разговаривать с ней о новостях или обычных вещах, но отвечает она односложно и вяло. Ясно. Совпадение? Не думаю. Что там на Украине, нахуй? Я бы не стал описывать ее ауру как депрессивную или мрачную. Более точным было бы слово «пустая». Кажется, что какая-то ее часть куда-то уплыла и пока не вернулась. У нее и раньше случались такие эпизоды, но в последнее время их частота увеличилась. Ребят, следите за своими бабушками и не давайте ей смотреть телевизор. А то она станет как не своя. Как
Какая-то картина пустая. Еще одно. Много дверей, коридоры. Дай-ка угадаю, мне это что-то напоминает. Помнится, это где-то уже видел. Интересно, да? Очень похожий геймплей, да. Сегодня я начал подрабатывать, заниматься соседским ребенком. Мне всего 14, так что на настоящую работу мне не устроиться. По крайней мере, подработка даст мне хоть какой-то доход. Что касается здоровья бабушки, вот видите, в 14 лет работяга. А вы свои 16-17 сидите, ноете, что у вас денег даже на подписку нет. Когда я пытаюсь общаться с ней, она всегда как будто скучает и витает где-то далеко. Что-то странное произошло сегодня. Я застал ее за разговором с радио. А ведь радио было выключено весь день. Она спросила... Ой. Она спорила с ним так, будто это был настоящий человек. Все это напомнило мне о тех сумасшедших, кого приходится видеть в общественном транспорте. Наверное, у меня дурацкое чувство юмора, и меня пошлют в ад за то, что я посмеялся над ней. Ха-ха-ха! Ну, вся эта ситуация кажется мне забавной. Бабка сдохнет. Бля, забавно. Сука. А вот и радио, кстати. Блять. Заебался им с записками. Джеймс, прости за беспокойство, но я где-то потеряла свои ключи. Не мог бы ты поискать их? Когда найдешь, просто положи их рядом с этой запиской, бабушка. Старая дура. Ну и где я твои ключи сейчас буду искать? Блять. Они не могут просто общаться голосом. Зачем они друг другу пишут письма? Сука, они живут в одной хате. И общаются посредством писем. Настолько эта квартира огромная, походу. Ключ. Ключ. Ты где? Это, видимо, телеграм прошлого. Мессенджер. Ну, блин, ключа-то нет, но где-то тут. Где-то вот. Где-то тут. Ребята, ну-ка подскажите-ка дедушке. Где бабушка потеряла ключ? А, вот и ключ. Ста. Бабуль, я нашел. Там, да, я нашел, да, спасибо. Он и правда был там. Бабуль, я нашел. Можешь записку прочитать? Я понял. Да, потерялся, да-да, я. Блять, опять обратно вернулся. Да какого хрена? Эй! Да я...
Обожаю эту игру. Прошлой ночью я видел, как бабушка уставилась на картину посреди коридора. Была глубокая ночь, а ее глаза были прикованы к картине. Было жутковато видеть, как она словно поймала бабушку в ловушку. Она простояла перед ней с полчаса, а потом бесцельно куда-то побрела. Я поближе посмотрел на картину, но там было пусто. Она буквально уставилась на чистый лист бумаги. Но, по крайней мере, у меня есть и хорошие... новости. Я заработал прибавку на своем репетиторстве, а теперь я начал учить еще одного соседского ребенка. Ура, первый год старшей школы только что кончился, и я рад, что мне будет чем заняться на летних каникулах, кроме как заботиться о бабушке. Че, блядь, бабушка сделала? У стримера встал? В смысле? Как-то... Нет! Да что за звуки? Да что делать-то? Алло. Хе? Чё? Шо? Не. Не. Не, не. Да нет, да я говорю, бля, не. Невер! Кого? Сука! Да что надо-то, бля? Невер! Forgive you will А? Will you? Надо, короче, предложение составить. Он никогда тебя не простит. А за что? Что я сделал? Что я сделал? Блять, бабуля.
Когда она плакала, я думал, это какая-то девочка. Бабай, бабуль, выпей таблетку. Легче станет. Бабушка? Бабушка. Бабушка, бабай! Ну и чё? Блять, баля. Ну чё тебе надо-то, ну? Дверь не открывает. Иди в дверь. А не открывает дверь. Тут тоже всё заперто. Здесь тоже ничего делать не надо. Шкаф как бы закрыт, и нам-то ничего не дает. Попробуем тогда выйти отсюда. Минус слоу мод. Так он стоял, что ли, все это время? Да уж, до модераторов пока дойдет, конечно, ну ладно. А, ну да, кста. Да, кста. Дверь открылась. Кста. Угу. Ну ладно. Опять? Дай. Да что тебе надо? Записку прочитать? Давай. Посреди ночи я проснулся от звука бьющихся тарелок. Я выбежал из комнаты, чтобы узнать, что происходит. И я увидел, как бабушка раз за разом пыталась отнести тарелку из кухни в столовую. По пути туда она роняла тарелку и повторяла весь процесс снова. Я подошел к ней и отвел ее в спальню. Я слегка загородил дверь. Так, чтобы выбраться из комнаты, ей будет не так просто. Ведь она могла серьезно себе навредить. Возможно, мне стоит строить эту баррикаду каждую ночь. И так она не сможет выходить из спальни. Сейчас середина второго года старшей школы, и мне не просто совмещать учебу, общение с друзьями и забота о бабушке. В большинстве случаев мне приходится отказываться от встреч с ними. Потому что я должен следить за тем, чтобы она не натворила что-нибудь. И правда бьет чашки. За шо? Да. В новостях передавали, что автокатастрофа привела к гибели деда. Выжила только бабуля. Она получила серьезные травмы. Ну, это мы уже все слышали, да. Деда был пьяный. Ха. Короче, просто бабуля головой ударилась. И вот, пожалуйста. И вот, пожалуйста. Тарелки бьет теперь.
Ой, извините. Заебався. Трудно быть дедом, да, сложно. О, привет. Спас охота, ну есть такой, да. Ну, блядь, я не думал, что игра будет настолько долгой. Ну, как бы... Ну, серьезно. Так. Так. Ребята, просыпайтесь. Сейчас что-то будет. И это все? А! Фу! Потухни, блядь! А что делать-то? Да, господи Иисусе. Ой, еще и минус вебка. Потухло! Бля. Тут уже вебка засыпает, блядь. Так, ребята. Пойду батарейку поменяю, а пока вот как сделаем. Ебать, до сих пор стрим. А, да, кто-то уже успел поспать и проснуться. А мы все еще игру проходим. Настолько она, сука, интересная. Причем реально, блядь. Ну интересно, что же, сука, с этой бабкой будет, а? Давно бы уже забросил, но... Бабуля ебаная. Я прошу прощения. Просто я не понимаю, что делать. Мне это надоело. Тебя стучаться не учили? Боря, Боря, все Боря. Отойди, Боря. Боря, Боря. Боря, 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 Боря. Все Боря. Борька, Борька. Боря, я, Боря. Бабушка. Да, теперь как будто правда напуган. Бабушка. Боря, Боря. Боря, Борька. Боря. Да Боря, блядь! Да что делать-то? Подсказка, да, да по-любому уже давно.
Блин, эти 6 минут длятся как полгода. Баря, Баря, Барька. Слышите, она замедляется. Уже нет. Я думал, вся проблема в песне. Войди в комнату с радио и светом свечой. Гляди на рамку картины, пока свет свечей не станет полностью красным. Серьезно? Окей. Смотреть до сих пор, там же написано, иди пока не погас. Вот я и пошел. Все настолько просто? Ну да, в этом как бы прикол игры. Настолько просто, что ты как бы этого не ожидаешь. И думаешь, что все сложно, а на самом деле просто. Смотреть пока не погас. Да, мы смотрим. Что-то оно как-то долго гаснет. Бабка 30 минут смотрела. А! У... Ладно, засекаем. Итак, ребят, сейчас сколько у нас? 2 часа ночи. Ну что, 20-30? Пока можно сходить куда-нибудь там за чаем. Кофе сварить. Так, 30 минут, окей. Бога нет! Что пизда стримеру? В этом месте он не живет. А! Его тут просто в этом доме нет. Здесь никто тебе не поможет. Можно я просто пойду, а? Меня уже тошнит от этих звуков. Блять! А, она сейчас побежит на меня. Теперь боюсь выходить. Нахуя я это сделал? По-моему, я только хуже. Бабочка залетела ко мне в подвал. Она ушла! А нет, она просто перестала гундеть. Да ладно, блядь.
Что-то стрёмно, я не хочу идти туда, это слишком. Беги, куда? Тут заперто. Все, иди. Иди давай, ладно. Чи, да? Да опять? Я серьезно, мне плохо, ребят. Начинаю беспокоиться о будущем. Состояние бабушки становится все хуже. Неужели так и будет до самого конца ее жизни? Надеюсь, что нет. А что случится, если мне придется уехать в колледж? Кто позаботится о ней? В нынешнем состоянии я едва ли могу ожидать, что за пару секунд одиночества она что-нибудь не сломает. Сейчас на третьем году обучения в старшей школе, так что у меня есть еще возможность немного подумать об этом. Этот коридор. Бля. О, Кролл, здорово. Шу. Опять ты мне ухом показываешь, да? Сюда, да? А, и правда. О, и правда? Кролл не обманул. Так я тут был! Начался последний год старшей школы. Пора всерьез задуматься над тем, что мне делать после ее окончания. Недавно я подал заявку на стипендию. Она могла бы оплатить все мои расходы. Плату за обучение, комнату, питание. Но моя главная проблема — это бабушка. У нее нет никаких других родственников, которые могли бы о ней позаботиться, кроме меня. Неужели мне придется ухаживать за ней до конца ее жизни? Кажется, ответ положительный. Ее состояние продолжает ухудшаться. Знаю, звучит эгоистично, но мне немного горько от того, как складывается ситуация. Блядь, а когда сдохнет уже эта баба? Сука, третий год уже мучается, не может. Умри, блядь! Куда пошла? Куда? Сюда? Ладно. Сюда? Нет, она... А, вот куда. Сюда. Давайте вот сюда повернем. Тут мы еще не были. Я Кролл, кстати. О, здорово. Не подскажешь, куда мне тут? А, все нормально, я уже вроде понял, куда мне нужно идти.
Ну и чё? Опять записка, да? Потерялся? Как ты можешь потеряться, если тебе некуда идти? Тебе страшно, напуган, потерял... Вам страшно, ребят. О, да-да. Ты там поговори, я пока отдохну. Не. Нет. Чё, всё? Ау! Ты, сука! Ой, санина, блядь. Доброе утро. Ведьма старая, сука, я тебе как ебану сейчас этой тарелкой, блядь. По-любому во всем Кролл виноват. Он всех и убил. Заяц. Волк. Заяц. Волк. Блять, опять? Отличные новости. Бабуля сдохла. А, нет, я получил стипендию. Но если недостаток, я могу использовать ее только в отдельных колледжах. Проблема состоит в том, что никто не может позаботиться о бабушке. Я просто не могу ее бросить. Она не может готовить, ходить. Скоро говно за ней, видимо, надо будет убирать. Хуенная жизнь у Джеймса. Че, можно поспать, да? Я думал, будет какой-то диалог. Кроль! А что такое? Ему, видимо, стало одиноко и темно. Он решил себе поджечь свечку. Цветочек. Сейчас опять будет что-нибудь разбиваться. Пукни ему в нос. Это было отвратительно, гайс. Зачем вы так? Меня попросили, я не хотел. Меня просто попросили, ну блин. Ну ладно, ну чё ты, ну ладно, ты ну не плакай, ты ну ёб твою мать. Ну я просто... Ну ладно тебе. Ну вот вы его обидели. Да это не я, это все чат. Это токсичный чат. Бля. О, нихуя. Ты меня покидаешь? Да я тебя не брошу, блядь! Тем более-то после такого я тебя точно тут не оставлю. Пойдем со мной, Кролл. Пойдем со мной. Я тебя выведу. Идем. Ты идешь? Давай, иди за мной. Я знаю. Выход где-то здесь. 100%. Во. Возможно, он тут. Как это нет записки? Не понял. Не понял. Не понял. Ну давай. Записку, пожалуйста. А, ты решил тут посидеть?
Ну, Кролл, ну ты заебав. Молоток. Где я найду вам молоток-то, блин? Разве что, чтобы бабушку зарубить. Да с удовольствием! Не дай бог, сейчас кто-то мимо окна проходил и услышал это. А бабушку зарубить? Да с удовольствием, молотком сейчас найдем нахуй. Это полиция? Тут из подвала доносятся голоса. Кто-то хочет бабушку молотком зарубить. Говорите адрес. Улица Пушкина. Дом вы знаете какой. Выезжаем. Сейчас тупо мент так врывается в окно, блядь. Нормально поиграли. Да где молоток? В столиках? Кау. Ну, сука, я иду, блядь. Кролл, отойди! Отойди! Ты отошел? Отойди! Я тут это, баррикаду устраняю. На! Видал? Ты, блядь, серьезно? Я тебе манда, блядь, сейчас ебану. Я уже настолько посрать на все происходящее, что... Не понял. Нет! 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 Сука! Кому? Ты чё, блядь, серьёзно? Может, это так и должно быть, надо подождать. В смысле? Пиздец. Так подождите, я серьезно, а что мне делать? Это, блядь, не смешно. Я смеюсь, потому что у меня истерика, мне все, я мне похуй, я сошел с ума, блядь. Попробуем выйти тогда. Может, она, ну, продолжится с... от контрольной точки. А. Ну, тут же по-любому должны быть чекпоинты. 100%. Она не может вот так вот просто с самого начала, да? Что, будем пробовать, да? Чи, да? Ну ладно, давайте попробуем. Да я не уверен, как бы, но у меня нет выбора.
Возобновить. Да-да-да. Шу. Подожди. Кам. Не понял? Не понял. Где я? Что это за хуйня вообще? James. It's been a while since our last encounter. That was a lot of information to absorb. I hope you got most of it, but I'll try to summarize the best that I can. Чё, блядь? You were trying your hardest to get старался my high school стар... while так also taking care of игра, your что? Grandmother, along with holding a part-time job. Из-за всех... Ты закончил школу с отличными оценками и получил полную стипендию. Единственная проблема была то, что ты должен был оставить бабушку, чтобы уехать в колледж. Так что было-то? Она вырастила тебя после того, как умерли твои родители, тебя убивали мысли о том, что... Knowing that you would have to abandon her to move forward in your life. Медленно, но верно, ее состояние ухудшалось и, наконец, стало настолько плохим, что уход за ней стал непомерной ношей. Тебе предстояло сделать выбор, покинуть бабушку ради продвижения в жизни или отказаться от стипендии, принести в жертву свой потенциал ради заботы о ней. Ты готов узнать, какой же выбор ты сделал? Волнующе, не так ли? Что ж, не буду тебя томить. Ты решил остаться. I won't make you wait any longer. На нахуй эту старую дуру. You chose to stay. You felt ты не чувствовал that it would себя be wrong вправе abandon her, покидать ее, особенно в тот момент, когда она нуждалась в тебе больше всего. Ведь она заботилась о тебе тогда, когда тебя самого покинули. Ты просто отдавал ей долг. И если ты еще не понял, эта зона символизирует твою прежнюю работу. Ту, на которой ты работал, пока ухаживал за бабушкой, после выпуска из школы. Первым делом тебе надо авторизоваться. Войди в дверь слева и найди свое удостоверение личности. Я свяжусь с тобой, пасть. Что это было? Я уж надежду потерял. Я думал, что все. Сука. Гений, походу, придумал игру. Это так и было задумано, что ли? Да мы чуть не обосрались все тут. Сделай ахигао. Кого? Какой-то японский прием из аниме. Ахигао. Да, вообще с вашу в бабушку. Карта на тумбочке. Ты пропустил небольшую часть игры багом и перешел в самый конец. Ага, ну что ж, мне нравится. Ёб твою мать, ты чё, 50 ящиков собрался? Да ну. А. Что делать-то? Ну, ящик. Ладно. И так пойдет.
Зарабатываю на подписку себе, чтобы у Хесуса купить. Ёб твою мать. Это геймплей. Нет, мне не нравится. Можно я пойду домой? Я попробую на Твиче подняться. Блять. Стримером стану. Эй, с вами, блядь, Куплинов Плей, нахуй. Да ёб твою мать, куда тебя поставить, паскуда? Ну куда этот ящик-то? Да ты чё? Ага. Бля, можно я бах какой-нибудь, бах? Заюзаю, а? Ну это точно не может так долго продолжаться. Что-то должно случиться, guys. Вот на 10-м ящике. Are those boxes heavy? It must get pretty tiring doing this 8 hours a day, 5 days a week. Ага. Ты постримить попробуй на Твиче, блин, 4 раза в неделю. Вообще обалдеешь. Я вот сижу, играю тут в одну игру. Лучше бы, блядь, ящики таскал. Хесус до того, как стал известен. Ну да, чем-то примерно таким я и занимался. Только в продуктовом магазине. Там хотя бы у меня была возможность курочку своровать, а тут... я в углу? В углу? Где, где, где? В углу, говоришь? Тута! Где? Тута! Блять, нахуй. Худший день в моей жизни. Да! Устал, блять. Блять. По этой игре Battle Royale выйдет? Тупо ящиками драться. Че, последний ящик останется в живых. Я пукнул. Если шо. Do you ever feel regret? Maybe you should have just taken the scholarship. Интересная игра. Не, ну блин, ну блин. Существует же там, ну, типа, симулятор фермера. Там, симулятор, там, ну, FIFA та же, симулятор ебаного футболиста. А это симулятор игрушечка. Чем не игра? Ну, то же самое. Ощути себя самым настоящим работягой. Вот эта вот монотонная жизнь, как у робота. Каждый день таскаешь ящики туда-сюда. Я как стример смотрю на это и думаю, ё-моё.
Прям зауважал работяг из чата сразу. Подумай о потерянном потенциале. Каждый день делать одно и то же. Стоило ли это таких жертв? Ох, ребят, задумайтесь, видите, эта игра учит вас. Бросайте своих бабушек, мам, пап, больных. А то потом будете ящики таскать. А они-то умрут, им-то уже посрать будет. А вы потом будете говно кушать. Смотреть стримы Хесуса. Без возможности купить платную подписку. Оно вам надо? Я так не думаю. Ждешь ли с нетерпением того момента, когда сможешь вернуться домой? Разработчик, мне кажется, реально, что это как-то это. То ли свою бабулю ненавидит. Он делает все для того, чтобы мы тоже это сделали. Ну, возненавидели бабушку. Блять, да ты серьезно, сука! Походу мы от бабушки будем в шкафу прятаться, я понял. Неплохо. Было бы и правда неплохо спрятаться от нее в шкафу. Ух ты ж, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы герои, те, кто доживет до конца этого стрима. Просто ебаная дичь. Худший хоррор. Эва! Может дверь заколотить? Да нет. Нет. Видишь? Худший хоррор. Эва! Сука! Записка? Где? 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 А, там. Ха. Ну пойдемте проверим. А, ну да. Ну, она просто, блядь, мастурбирует, я не знаю. Заебал уже. Бабуля, ебуля.
Сука. Ну реально, мы ее уже заколотили уже к хуям. Что ты сдохла? Пойдемте отсюда. Господи Иисусе. Давай, Хесус, ты сможешь. Обосраться разве что от ваших донатов. Мистер... Гений Рэй, спасибо. Что это звук был? Записка на стали. Да, бля, я уже все, я уже все. Я поплыл. 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 О. Прибери разбитые тарелки, спрячь кухонный нож под своей кроватью. Проверь электронные письма на телефоне, возьми в подвале молоток и прибей деревянные доски к двери. Выключи свет, иди в постель. А. А попу помыть надо? Нож. Тарелки. Идем обратно в спальню. Реально, сука, симулятор работяги какого-то. Потом эти работяги сидят злые на 2 чека, короче, всех поносят. И говном поливают. Потому что вот жизнь такая у них, понимаете, сложная. Вот и злые, вот и токсичные. Симулятор 2 чара. Да не работает телефон. Алло. Новый хочу. XS, iPhone. Что там еще осталось? Не помню. А, еще тарелки на кухне. Нам очень жаль, но... Чтобы отказались от нашей системы, нужно подать заявление. Надеемся, что вы добьетесь успеха. В смысле? Не понял. А! Шо? Шо за та? Шо, белка? О, блядь. А, пойду спать. А, стоп, надо свет вырубить. Ох ты ж, блядь, серьезно, что ли? Кто я? А может ты? Да. Го. Куда? Ясно. Кому-то стало скучно, да? Спа. Нет, нет, тарелку не на кухне убери, да не хочу! Не буду. Спать, мы уже игру прошли. Ну, почти. А! Ну, давай, блядь. Уже. Да нет! Я не сдамся! В
Блядь, зачем столько света в квартире, ёпта. Да где тут свет-то вырубить? Что-то, походу, я не до конца сделал, да? Что надо-то? Может, фонарик вырубить? Эй! Нож под кровать давно уже спрятал, алло, блядь. В подвале не вырубил. Так, а там и не надо было вырубать. Ну, нельзя было, как бы, вот. Может, как-то тут надо вырубить? Ничего не понимаю. Ну вот как эту лампу вырубить? Эти нет выключателя. Ой, да я чекал, сука, телефон. Может, еще какая-то тарелка? Ну. 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 Ту, блядь, я думал, мышь задавил. Ты не крутись. Крокодил. Не, ну я же все сделал. А, надо было дверь закрыть, да? Около кровати свет горит, не? Да, он не выключил, Чарлет! Пидор! Выруби! Не может. Бля, реально печально. Ну что, что, что? Кого? Подвал, блядь, по-любому. Стоп. Серьезно? Окей. Ну теперь точно все. Да-да, я. Спим, наконец-то. Ой, блин. Да, ребят, проснитесь, тут что-то это... Что-то... происходит? Что, блин, повернемся, там бабуля стоит. А? Бабка ходит.
Не поворачивайся. Эй. Ебать, я вооружен, мне похуй. Я вооружен! Уходи. У меня расческа. Да поверни ты бошку, блядь! Сука, она ушла. Это она где дверь открыла? А, бля. Да когда ты кончишься? Ах ты ж, блядь. Япона мать. Бабуля-то рама. Снесла все доски нахер. Куда она спряталась? Бабуля! Выходи! Это я! Внучок! Блядь, б! Бери. Спасибо за подписку. Блядь, главный герой, ой, главный враг в игре в итоге. Бля, свет включи. Ясно. Не включает свет. Кто бы сомневался. А, и никто. Сейчас она будет в моей комнате, походу. Или в ванне. Не, все-таки в моей комнате, да? Смотрите, нет. Может быть, в подвале? Понятно, там записка осталась, где она была. Ну, боль, наполнила ли она тебя? Терпение, покинуло ли оно тебя? Когда же кончатся твои страдания, блядь? Наши страдания, наши. Наши. Бля, нож около кровати, точно, сука. Надо бы... Я за ножом! Так, ножик. Ножик! Тупо, ножик. Просто берем ножик. Понятно! А вот теперь и ножик нужно брать. А. Сегодня обнаружил, что мой ноутбук сломан. Я оставил ее одну всего на несколько минут. И пока я был в ванной, она зашла в мою комнату, и, видимо, у нее случился эпизод. Блять, эпизод. Придется потратить все свои сбережения, чтобы заменить его. Эпизод.
меня сейчас нахуй самого эпизод случится. Эпизод агрессии, как аж зубы скрипят. Бабуль, пенсию отдай. Ты мне... Do you feel the resentment pulsating through your veins? Do you feel the last breath of patience exiting your body? Do you feel the rage welling up? Overflowing. Displacing empathy. Я просто хочу кушать. Дай мне еды. Пойдем. Я басуха. Басбустед. Классики, мне нравится. Поехали. Бля, чё, читать, что ли? Жестокое преступление произошло в тихом пригороде в эти выходные. Две жертвы были жестоко заколоты неизвестным. У погибшей пары остался... Блядь, это уже тысячу раз читал. Я сделал что-то ужасное. Твои бабушка и дедушка попали в аварию, которая унесла жизнь деда и твоего нерожденного брата. Примат ответственной за несчастный случай лежал не на бабушке, однако твои родители могли винить только ее. Оставшиеся без семьи и друзей, лишенные надежды, влачащее жалкое существование, бабушка решила убить. Ха. Когда с родителями было покончено, она могла расти тебя сама. Ее желание было эгоистичным и злым. Ты хотел только этого, оправдание ее смерти, способа избавиться от обязанности заботиться о ней. Ты помнишь, что ты сделал? Я пройду тебя через это событие еще раз. На случай, если ты забыл. Я не знал, что делать. В моей жизни больше ничего не было. Мне так жаль. Они никогда не отвечали на мои письма. Дорогая мама, прости за то, что они... Понятно. Бабуля всех убила. Прикольно, да? А что дальше-то делать? Ага. А? Кого? Ох, бля. А что делать? Как меня задолбали эти записки, а? Достать нож, достать новое радио, достать телефон, положить нож на ее кровать, заменить старое радио, положить телефон на стол за дверью. Какого хуя? Thank you.
Пидурок. Сразу телефон, сука, не мог взять. Достал нож, достал радио, достал телефон. Положу нож. Заменю радио, положу телефон. Все, блядь, пошли. Чё там с телефоном надо сделать? А. Ты меня слушаешь? Я знаю. Все это кажется тебе подозрительным, но сейчас мне нужно, чтобы ты мне доверял. Тебе больно? Хочешь, чтобы боль прекратилась? Могу показать тебе выход, но ты должна беспрекословно подчиняться моим инструкциям. Не волнуйся, скоро боль прекратится, тебе очень придется мучиться. Я надеюсь, наша боль тоже прекратится. Во-первых, я хочу, чтобы ты взяла нож со своей постели, молодец. Будь с ним поосторожнее, он очень острый. Теперь тебе нужно мягко надавить ножом на живот. Отлично, надавливай чуть сильнее. Продолжай давить, пока нож не войдет в плоть твоего живота. Ты почувствуешь боль, но это временное явление. Ребят, вы повторяете? Прекрасная работа. Теперь выдерни нож. Из живота хлынула красная теплая жидкость. Да, вы на каком этапе остановились? На жидкости? Значит, ты надавила достаточно сильно. Понимаю, тебе больно, но скоро боль утихнет. Я хочу, чтобы ты повторил эту операцию, однако теперь нож должен войти справа от начального места. Продолжай давить, пока он не проникнет в твою плоть. Ты сделал это уже дважды, теперь продвигай нож слева от начального места и вновь продолжай давить, пока он не проникнет в плоть. Вот это звук. Отлично. Теперь вернись к начальному месту. Ударь ножом по ране 3 раза. На этот раз тебе нужно не просто медленно давить на нож. Ударим по ране со всей силой. Начинай, когда будешь готов. Блять, она что там? Живучая там. Мне бы одного удара хватило уже. У тебя прекрасно получается. Тебе больно? Страдаешь? Знаешь, что страдаешь, но не волнуйся, скоро все кончится. Теперь каждый раз, когда мне будут донатить и просить там советы, ой, у меня кошка умерла, что делать? Ты готова к последнему шагу? Повтори всю операцию еще раз, но на этот раз можно ударить ножом по шее. Приготовься и вонзи нож в шею. Очень скоро боль утихнет. Вот и все. Пусть все идет своим чередом. Переходи в другой мир, где бы он не был. Прощай, гарантирую, тебя не оставят без внимания. Джеймс, ты убил ее. Ты знал о ее галлюцинациях, она рассказывала о человеке из радио. И ты решил стать этим персонажем. Ты заменил старое радио, поставил аудиофайл, приказывающий ей нанести себе многочисленные удары ножом. Ты знал, что она страдала от галлюцинаций и приступов шизофрении. Она последовала твоим приказам, постепенно стекла крови до смерти из-за ран, до смерти, которую нанесла себе сама. Все указывало на самоубийство, и тебя ни в чем не обвинили. Наконец, ты получил то, о чем мечтал. Ты был свободен.
finally got what you wanted. You were finally free. You might be wondering how exactly you ended up dead. Что ж, первые несколько месяцев ты жил беззаботной жизнью. Но будучи обязанным ухаживать за больной родственницей, ты действительно до некоторой степени наслаждался жизнью. Но затем все пошло прахом. Все началось с коротких мрачных, ужасающих кошмаров. Тебе снилось, как она бесконечно закалывает тебя ножом, а кровь хлещет из ее ран, наполняя твой разум кроваво-красным чувством вины. Мне такой сон про Аляшу снился сегодня. Постепенно эти кошмары пробрались в твою повседневную жизнь. Будучи за рулем, на улице или на работе, ты, бывало, видел ее краем глаза. Даже несмотря на убийство, она никогда по-настоящему тебя не покидала. Она продолжала жить в твоем разуме, преследовала тебя каждый день, пока ты не потерял сон. Каждый раз, закрывая глаза, даже не на самые короткие мгновения, ты видел, как она являлась из твоего подсознания. Затем ты пошел в больницу, тебе прописали снотворное, но оно лишь подавило симптомы. Постепенно твое тело привыкло к лекарству, тебе пришлось увеличить дозу, чтобы добиться нужного эффекта. Ты все увеличивал дозу, наконец стал принимать дозу в несколько раз превышающую ту, что тебе прописали. Ты подсел на снотворное и однажды ночью принял слишком большую дозу. Прямо сейчас, в этот момент, твое физическое тело, парящее на тонкой линии, разделяющей жизнь и смерть, лежит на больничной постели. Наверное, ты так и не понял, почему ты здесь, в подвале Бога. Теперь я, наконец, расскажу тебе о том, кто я и что же это за место. Что за хуйня? Подвал Бога — царство тех, кто совершил страшный грех, но все еще может искупить свою вину. Люди появляются в подвале Бога, чтобы пережить собственную версию ада, поразмыслить над своей жизнью и понаблюдать за своим медленным падением во грех. Их обида, ненависть, горечь и ревность накапливаются, пока эти эмоции не перерастают в жестокие действия, как, например, совершенное тобой убийство. Тебя загнали в угол, жизнь проходила мимо. Все пожертвованные тобой возможности, весь похороненный потенциал, тебе было горько и обидно. Многие могли бы посочувствовать. Многие сделали бы то же, что и ты. Ты потерял надежду, ты как будто жил в аду и на земле. Меня зовут Оператор, я сущность, проявляющаяся в подвале Бога. В зависимости от человека, я проявляю себя по-разному. Моя задача состоит в том, чтобы провести человека по подвалу и заставить его увидеть свою жизнь с разных перспектив. В твоем случае я проявил различные характеристики, напоминающие человека из радио. Надеюсь, это все тебе объяснило. Нет, хуйня какая-то. Тебе наверняка хочется узнать, что произойдет теперь, когда ты вспомнил все. Как я и говорил прежде, подвал Бога создан для тех, кто может искупить свою вину. Ну давай, Что? Ты совершил страшный грех, но ты был загнан в ловушку безнадежного существования. Более того, женщина, которую ты убил, была не твоей бабушкой, а лишь оболочкой прежней себя. Твоя бабушка умерла задолго до этого, и какая-то часть тебя хотела, чтобы ее страдания прекратились. Твое преступление было одновременно жестоко и милосердно. Ты получишь второй шанс в жизни, скоро ты очнешься в больнице от комы, вызванной снотворным. Учись жить со своим преступлением. Чувство вины, паранойя, боль никогда полностью тебя не покинут. Джеймс, получи от жизни максимум и будь благодарен второму шансу. И последнее. Good luck.
А я сейчас умру. Ну это же не все. Пожалуйста! Пожалуйста! Все вот ради вот этой надписи. Еребус, блядь. Охуеть. Не, ну я не знаю, как бы. В этом что-то есть. Определенно что-то есть. История, да, вот типа. Приветствую, я разработчик. Вы достигли финала, я хотел бы поблагодарить вас за игру. Я все еще новичок в сфере разработки игр, я заметил. Я надеюсь, что ваш опыт был неплохим. Надеюсь, вам понравилась игра. Возможно, когда-нибудь вы будете играть в другую мою игру. С удовольствием, блять. Если я могу. Наконец-то, блин. Ага.